Добрейшее утро. У нас минус 21, с чем я вас, себя поздравляю. Чудеснейшая погода. Там солнце светит, не растет трава. Потому что минус 22. В общем, друзья мои, просыпаемся. Осталось совсем немного до Нового года. Буквально, что, предпоследняя неделя, что ли, у нас? Сегодня 22-е. Ну да. Круто. Это, давайте. У нас сегодня много дел. Мне вот сегодня надо кафель на кухне помыть. Кафель это называется, на стене фартук. Его надо помыть. Порядок там навести. Хлеб поставить надо. Мясо приготовить, буженину намазать. Кстати, обратите внимание, какая у меня пижама. У меня, точнее, эта пижама, а снизу еще одна пижама. Две пижамы, чтобы было потеплее. Солнце светит. Да ладно тебе, она не нужна. Все не так, и все не то, когда твоя девушка болеет. Я только чуть не поняла, что там с моей этой закваской. Сейчас я туда 3 ложки муки впендюрила. Вчера же я ничего не пекла. Сегодня надо это дело разбавлять. А то она что-то чувствует себя, по-моему, уже переполненной банкой. Это. Надо проткнуть капустец. А, вчера интернет дали поздно ночью. Кстати, вижу, что вы по мне скучали. Что не может не радовать меня. Где этот дневной край? Вчера проснулась я рано. Сегодня проснулась я рано. Мне муж говорит, я все проспал. Я говорю, я знаю. Слышала его будильники, уже лежала. А это... Но вставать не хотела. А это все, это зимняя спячка у меня началась. Я, видимо, где-то глубоко в душе медведь. И у меня зимой начинается зимняя спячка. Мне не хочется вообще вставать. Не хочется ничего делать. И я лежу. Хорошо, что все сегодняшнее, что на сегодня планировали, ну, важное дело, перенеслось на завтра. Потому что я лежала, как, понимаете, пыль лежит, и я лежу. А зачем ее трогать? Вот так я лежала. А до завтра я успею все исправить, все сделать. Порядок навести тут. Оп. Кстати, утренний процесс. Я вчера здесь еще порядок навела. Вот в этих двух шкафах расставила все свои, как они называются-то? Ну, сухостой этот. Кто они там? Специи, соль, макароны. Вот это все. Попереставляла местами, попоменяла, что-то выкинула, что-то пересыпала. В общем, я молодец. А, еще новость я вам вчера не сказала. Или сказала. Не, наверное, не сказала. Такой дурацкий интернет был, что я все уже забыла, что я там рассказывала. Пыталась загрузить 25 раз одну и ту же. Короче, вчера у меня муж поставил, включил плитку, плиту под чайником вот здесь. Причем, это, давайте не буду вспоминать, снова накатывают эмоции. В общем, чайник работает. Он проплавился, но он один фиг работает. Я говорю, он своей смертью не помрет, этот чайник. И причем это уже второе покушение на этот чайник моего мужа. Один раз я его прям застукала, понимаете? Я смотрю, он включает ту плиту. Говорю, что делаем? О, все. И случайность нелепая. А вчера прямо дым пошел коромыслом. Я уже поняла, что у него есть серьезные намерения угробить мой чайник. Наш, в смысле. Ваше здоровье, мои сладкие. То, что на улице холодно, чувствуется невооруженным взглядом. Знаете почему? Потому что подходишь поближе к окну, и прям чувствуется вот этот вот холод, который вот морозная свежесть. Но красота. Орхидейки мои цветут, что не может не радовать. Давайте проткнем капусту и заодно ее попробуем. Сколько дней? 3 дня ей, да, сегодня? Только полотенцем буду затыкать вот эту штукенцию сюда.
Я вчера наколола ладонь, болела. Ну как? Прямо квашеным-квашеным пахнет. Буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй. Говорит, слышите? Буй-буй. Ну, уже квашеным пахнет. Нет, с полотенцем полегче. Иначе руки можно повредить свои. По краям. Не по краям это называется, по стенкам банки. Видите, сколько воздуха. Ну, все, можно ее сегодня на холод. Сейчас я ее попробую. Надо будет доутрамбовать. То я сейчас ее взбаламутила. Красота. Конечно, когда в ведре гораздо легче. Сверху стоит груз. На груз прям хорошенечко понажимал со всей дури, со всех сторон. И все. У тебя эта чашка сама выгоняет вот так вот. Вот все равно, что... Видите? Руки помыла. Вчера эфир прогуляла. Прогул мне поставили. Сегодня будем компенсировать эту компенсацию. Ну а по-другому как? Ничем не залезешь, только руками. Ну руки я помыла, не волнуйтесь. Деду только об этом не говорите. Офигенная. Есть же нельзя, твою налево. Вот она. О, да с хренком. Ну, ля-ля. Очень вкусная. Тут еще и хрен же. Просто фантастическая. Ой, остренькая сверху. Дастич, фантастич. Супер. Супер капуста. Надо выносить ее на холод. Она молодая, но она уже квашена хорошо. Давайте кофе поставим. Багет долбанный! Долбанный багет! Как же я ненавижу это! А девушка говорит, куда ваши пакеты всегда деваются? Я, говорит, понять не могу, почему вы всегда кричите пакет. Куда ваши пакеты деваются? Пакеты деваются на мусорку. Кто говорит, деваются ваши пакеты? На мусорку деваются. И каждый раз мне пишут, Олечка, застелите сразу несколько пакетов, и мужчина будет один пакет забирать, второй будет оставаться. Ну, ёлы-палы. Он у меня берет всю кучу и всю эту кучу махом выкидывает, понимаете? Я уверена, что он уже, когда снимает, видит, что эта вся куча потянулась. Но из-за того, что ему лень, например, обратно ставить всю эту кучу, он ее берет, нахер выкидывает. Делаю я уже так. Баварский шоколад. Завтра уже будет розыгрыш шоколада, баварского шоколада, кофе, шарфа и... коктейля молочного. Уже завтра, это у меня в инстаграме. Когда твоя девушка больна. Ты идешь в магазин, головою паник, как будто иссяк чистый горный родник. А дальше? Хорошие песни, да? Раньше были. Ой, сейчас чихну. Ой, сейчас чихну я, сейчас чихну я. Прям. Кофе свой.
сладкие. Это я так сделала стерильную чистоту ладошкой. Готово. Можно теперь пойти заправить постель, друзья мои. И будем разбирать, собирать посудомойку. Потому что, как обычно, с утра здесь грязь. Все, мои детки. Доброе утро!